Ми доєднаємо до нашої розмови ще білоруського політолога Павло Усов з нами на зв'язку. Пане Павле, добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла до вас звернутися, аби, можливо, ви нам трохи розтлумачили слова Лукашенка про те, що саме він вкладає в слово конфронтацію і антинародною політикою по відношенню з України до Білорусі. Що має на увазі Лукашенко? Лукашенко имеет в виду то, что Украина является одной страной наряду с Польшей, Литвой и другими европейскими странами, которая проводит политику давления и изоляции режима Лукашенко. То есть присоединилась к поддержке белорусского демократического сообщества, поддерживает белорусскую диаспору и белорусских беженцев политических, которые убегают из страны. И, естественно, такая позиция Украины, которая, по сути-то, является одним из важных партнеров экономических для Беларуси, не удовлетворяет Лукашенко, но другой реакции от демократической Украины ждать, в принципе, и не приходится. Но второй момент, то, что сейчас Лукашенко нагнетает обстановку страха, обстановку такой военной истерии, когда якобы Беларусь окружена стеной врагов, которые намереваются подорвать государственный суверенитет и свергнуть, в кавычках, конституционные режимы во главе с Лукашенко. Поэтому автоматически Украина записывается в ряды врагов, которые стремятся якобы навредить независимости, суверенитету Беларуси. Павле, ще питання по смерті Віталія Шишова, керівника Білоруського дому в Україні. Резонансна подія і, мабуть, те, що визначатиме білорусько-українські відносини найближчим часом в комплексі з тими речами, про які ви говорили. У нас в Україні багато говорять про те, що серед ознак того, що відбулося із Шишовим, бачать можливу роль, можливу участь білоруських чи то російських спецслужб у цій смерті. Говорять про те, що вони могли його вбити, інсценувавши самогубство. А що говорять білоруські засоби масової інформації? Про що говорить експертна спільнота в Білорусі? Во-первых, все ждут итогов предварительного расследования и заявлений украинской стороны, потому что они имеют на сегодняшний день все возможные факты и проводят следственные действия. Но факт того, что к убийству Шишова причастны российские либо белорусские спецслужбы, конечно же, не исключается. Изначально это была основная версия, и практически все эксперты подчеркивали, что, безусловно, Шишов мог стать жертвой разворачивающегося террора, который уже выходит за границы Беларуси, и прецеденты этому уже есть. Этой весной были задержаны в Москве при поддержке российских спецслужб белорусские оппозиционеры, публицист Александр Федута и политический деятель Юрий Единкевич. В мае 2021 года принудительно был посажен самолет Ryanair для того, чтобы был арестован блогер Роман Протасевич. И в принципе ожидалось, что в той или иной степени террор выйдет за границы страны и может коснуться представителей белорусской диаспоры. Ну а с учетом того, что Украина и активно поддерживает, но все еще есть проблемы с безопасностью, то белорусская диаспора оказалась такой легкой целью для внешних спецслужб. Но подчеркну еще раз, не хочу спекулировать на этой теме. Это одна из основных версий, и все мы ожидаем результатов следствия. Пане Павле, дозвольте, у нас ще є запитання від гостя студії. Це Геннадій Москаль. Прошу, пане Геннадію. Скажите, вопрос, что говорят об убийстве и подрыве машины Шеремета? Это известный был журналист, который в Белоруссии критиковал режим Лукашенко и тому подобное. Что говорят в самой Белоруссии? Они верят в эту ерунду, что медсестра и с врачом, кардиохирургом взорвали, а для чего он им был нужен? Не просматривается это рука белорусских спецслужб? Что говорят белорусы в этом вопросе? Одна из версий действительно то, что это могли быть белорусские спецслужбы, с учетом того, что
Павел Шеремет был фактически личным врагом Лукашенко. Да, Он да. был очень жестким критиком политики Лукашенко, неоднократно арестовывался. И здесь, в этом же году, вот известный тоже деятель белорусской стороны Макар, он оприлюднил записи бывшего главы КГБ Зайцева, где фактически прямым текстом говорилось о создании специальных отрядов, которые бы могли ликвидировать оппонента власти не только в Украине, но и в западных странах. Но я тут хочу подчеркнуть, что без поддержки российской стороны, российских спецслужб, потому что практически все операции последнего времени по нейтрализации, задержанию белорусских оппозиционных деятелей проводились при прямой поддержке российских спецслужб. И, в принципе, этого не отрицали даже сами главы. Я прошу прощения, чего вас это спросил, чтобы это услышали наш новый министр внутренних дел и не придерживался, да, монастырской этой дурной версии, услышала наша служба безопасности. И второе. Вот те люди, которых я знаю в Белоруссии, значит, которые не поддерживают Лукашенко, но просто дружат с головой, как говорят. Они говорят, что Протасевич был завербован КДБ Беларуси еще в Литве. И это совместно с ним была вот эта операция. Почему он так красиво говорит, почему он сегодня гуляет по улицам Минска и тому подобное. У вас есть такие сведения или нет? Я сомневаюсь, что Роман Протасевич был завербован ранее, чем был посажен самолет. Я считаю, что его хорошо обработали психологически и физически во время ареста и нахождения в СИЗО и КГБ и других органах. И мы видим, насколько активно белорусские власти используют механизмы принуждения, в принципе, доведения до самоубийства. Вот месяц назад во время судебного заседания, когда зачитывался приговор, один из подсудимых просто в отчаянии ударил себя ручкой в горло. Да. Понимаете? А скажите, пожалуйста, абсолютно один вопрос. Так, вопрос к оппозиции. Не надо таких набирать хлюпиков. Значит, посмотрите, у нас был приговоренный к сегодня уже покойный к высшей мере наказания, не стал на колени, значит, перед советским режимом. Много, которые сегодня никто с украинцев не стал перед советскими спецслужбами, перед Советским Союзом на колени. Ну, зачем брать детей, которых сегодня вышел победитель Лукашенко в этом двобое? Давайте уже відпустимо пана Павла. Окремо якось треба буде про це поговорити. Маємо відпускати пана Усова. Геннадій Геннадійович, дякуємо і вам за таку дискусію і обмін думками. Павле, вам також спасибі за те, що увімкнулися, прокоментували. Павло Усов, білоруський політолог, до нас вмикався.